А нет, смотри, она хитрая. Она хитренькая, оказывается. А ну-ка, сейчас посмотрим. Ох, нифига, это прикольный игрок. Ну да, смотри, игрок-то интересный. Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Brawl Stars. И мы сейчас улучшим нашего Кольта. И пойдем играть в одиночное столкновение Озера Мертвецов. Играть? Сейчас посмотрим, ребятушки, как я буду с Кольтом выигрывать. Да. Посмотрите. Расскажу все секреты, все приемы. Как надо играть хитростью. Так, идем. И сейчас мы смотрим сразу. Вот идет у нас Нита. Значит, мы идем сюда. Так, и либо мы, знаешь, что сделаем? Вот Нита сейчас. Мы сейчас Ниту пробуем убить. А, нифига. Нифига, видишь, не получилось Ниту убить. Ох, меня убили. А, ё-моё, как так, а? Я кубки потеряю сейчас, ё-моё. А знаешь, почему так произошло? Я тебе расскажу. Почему она стоит и не берет энергию? Странная. Она, видимо, еще вообще какая-то странная, слушай. А, нет, смотри, она хитрая. Она хитренькая, оказывается. А ну-ка, сейчас посмотрим. Ох, нифига, это прикольный игрок. Ну да, смотри, игрок-то интересный. Ой, сколько баночек много, смотри. Офигеть, прикольно. Слушай, я, наверное, тоже Ниту выберу. Почему бы и нет? Она сейчас еще и выиграет всех? Офигеть. Вот это я нарвался на такого крупного, мощного игрока. Ага. Понятное дело, что каждый день они играют. А я-то не каждый день играю. Мы сейчас посмотрим, подожди. Так, Кольт у нас уменьшился, да? Давай играем снова. У нас убрали у Кольта кубки. Ладненько. Ничего страшного. Абсолютно. А, Кольт против Кольта. Смотри, видишь, Кольт идет. А, он-то не знает, что я здесь стою, а прикинь. Все, я его убил. Он не знал, что я здесь стою. Хорошо, молодец, Кольт. Кольт убил Кольта. Так, что у нас тут? Давай туда пойдем, наверх. А, вон еще сундук, смотри, стоит. Так, тут этот. Примо Фигимо. Ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, тихо, тихо. Ребятушки. Так, 6 бойцов всего лишь. Давай, может быть, мне... я достану его, нет? Ах, он убежал. Давай, давай. О, суперсила, хорошо. Я его убил. Мне нужно забрать так называемые кубки. А то отобрали у нашего Кольта в тот раз. Так, 4 бойца осталось. Угу. Так, Шелли идет. Шелли пошла вниз. В принципе, я могу здесь просто подождать даже. Ой-о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 й. Так, она убегает. На тебе, суперудар, алло. Есть, готово. Я убил Шелли. Все. Ух ты. Кто там бежит, слушай. Подожди. Ух ты, я его убил. Офигеть. Кольт, молодец. 10 кубков. Отлично. Это прям вообще он нормально так заработал сейчас. Кольт, молодец. В принципе. Играем дальше. Видишь, как надо. Надо хитро и умно играть. Так, вот смотри. Сколько много куча вот этих всех штук. Сейчас мы подходим. Вот так вот. Прямо. И начинаем стрелять. Давай, давай, есть одна. И вторая. Второй сундучок сейчас открываем. Давай быстрее, сундук, открывайся, алло. Так, заработали. Так, о, там, видишь, спрятался этот чувак. Я так и знал, что он там стоит. Почему-то, но я так и знал, что он там стоит. Надо побольше сундуков открывать, ребята. Давай, 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 ну пожалуйста. Вот, 5 банок у нас. У этого 7. Это молодец. Тихо, тихо, тихо. Ты мне не нужен. Иди нафиг. Вы тут деритесь, а я тут пойду. Еще одну баночку возьму. Вот, хорошо, 6 банок. Так, у этого сколько здоровья? У меня 5600 всего лишь. Да ё-моё, что здесь стоят какие-то свечки? Так, 5620, хорошо. Ух ты, ё-моё! Иди нафиг!
Хорошо. Хорошо. Так, немножко захилимся. Так, 4 бойца осталось, ребята. Вот, у меня 6400 здоровья. Так, этого я легко убью. Так, видишь, он убегает, он не хочет драться. Давай, 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 давай. Ладно, не нафиг. Ладно, у меня пока нечем, чем стрелять. Но я его выгнал туда, в середочку. В середочку выгнал. О, давай здесь постоим немножко. Так, тут никого нет, никого. Ждем немножко, подождем. 3 бойца осталось, ребята. Так, Нита бегает. Да я знаю, вот я тут стою. Все, я ее убил, прикинь. Я ее убил, и у меня бежит этот чувак. Гаденыш. На, на, получай. На. Есть, убил, убил, убил. У меня было столько мало сил, столько энергии. Есть, я выиграл. Хорошо, ребята. Прям так классно. Когда на тебя, знаешь, он прет. Когда он на тебя прет. И хочется его убить. Так, это что такое? 100 каких-то этих штук дали. Интересно. Давай, играем снова. Когда он на тебя прет, и ты знаешь, что он тебя хочет убить, а у тебя здоровья мало, он тебе не дает немножечко восстановиться. Да. Прям, знаешь, так накаляет, конечно же, накаляет это вот все ситуация. И когда ты его убиваешь, и тебе становится легче от этого. Так, этот ходит он, стреляет, чувак, смотри. Ёлки-палки, ребята. Что ж делать-то, а? Ё-моё. Так, давайте быстренько. Нам нужно побольше вот этих вот штучек забрать. Есть, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, что тут происходит, смотри. Вот этот прям мощный стал. Эль Прима. Так, а что у нас тут внизу? Ах, ты тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, убил меня. Так, он там спрятался и ждал, пока я подойду, да? Он, может быть, не хотел, конечно. Ну, надо еще об этом думать, что они могут прятаться. А что-то я смотрю, обновили, и очень много стало игроков здесь, бойцов, смотри. Подожди. Минус 2 кубка. Да, сложнее, короче, они сделали. Такого раньше не было. Реально не было. Так, а ну-ка, выходим. Так, у меня что-то тут есть, смотри. А, вот эти вот, смотри, красненькие. Звездные очки. А нужны, чтобы покупать уникальные предметы в магазине? Их можно получить за повышение ранга бойца до 10-го и даже через каждый 5-го ранга, а также награду в конце сезона. Понятно. А, что мне надо? Я здесь получу какие-то бонусы. Давай посмотрим, что это такое я получу. А, очки силы в награду. Очки силы, да? Ну, давай кольту дадим. Почему нет-то? А, очки кольт, получше кольт. Ну, да, давай. Кольту дадим. Угу, хорошо. Так. Ну и все, следующий рубеж у нас 1400. Ух, нифига. Ух, нифига. Так, играем дальше за кольта. Будем кольта продвигать. Угу. Так, где у нас кольт? Вот он стоит. Вниз идем. Идем вниз. И тут посмотрим. Вот баночка. Баночка, коробочка. Так, этот ходит. Бринкалка. Бринкалка. Ладно, давай, короче, ты там будешь, а я тут. Да ё-моё, чувак! 7 бойцов, дофига вообще бойцов. Дофига вообще бойцов, смотри. Да ё-моё. Да иди нафиг. Убегаем, 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 нет! И какой-то гад там, блин, стоял и меня убил. Ладно, выходим. Ой, ноль, ноль кубков. Ладно, сделаем по-другому немножко. Так, играем. Нет, 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 нет. А, что-то как-то неинтересно стало играть, и начинаешь проигрывать быстро, да? А, давай возьмем Шелли, ее улучшим сразу. Да. Выбрать Шелли, будем играть за Шелли. Все, играем дальше. Да. Так, сколько раньше было? Столько же было чуваков или нет? Напишите в комментарии. 10 бойцов. В одиночном столкновении что, всегда было 10 бойцов или нет? Кто помнит? Мне кажется, меньше было, намного. 10 бойцов. Это... О, 9 уже, смотри, стало. Ну давай, Шелли, посмотрим, как она, чего, кого. О, так, какой-то чувак пришел, смотри. А, это этот, как их, господи, вонючка это. Так, все. Стоим немножко, подхилимся. Сколько у нас там получается? 5500, да?
Давай ее убьем, попробуем, не знаю. Ох, нифига, она вот в медведя вонючего выпустила. Ладненько. Так, а этот вонючий медведь за мной, что ли, бежит? Иди нафиг, медведь. Все, побежал за мной, смотри. Он за мной идет и гонится. А где он? А, вот он, смотри. На, получи. Все, убил я его. А медведь, в принципе, легко убивается. Че, я убегал так долго? Так, а что, столкновение, что ли? А, вот кто. Нифига, ты че, в натуре, что ли, алло? На, получи. Убила. Ну, у нее здоровье дофига было, потому что она нифига там банок подсобирала очень много. Ну, в принципе, неплохо. 8, 8 кубков. Да, Шелли, молодец, хотя бы ты мне порадовала. А, жетоны в награду, боевые жетоны закончились. А, ну ладно, тогда. Закончились боевые жетоны. Ну что ж, дорогие друзья, мы будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.